В минувшую пятницу в Оренбурге завершился 9-й международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». Подробно о кинофоруме, стартовавшем в День российского кино и в Год российского кино, расскажут мои коллеги. Красная ковровая дорожка для гостей с Востока и Запада расстилается в областном центре уже в 9-й раз. Такого яркого, грандиозного, масштабного открытия у нас еще не было. В зале СКК Оренбуржья 4000 мест, и ни одно из них не пустует. Впервые такое рекордное число зрителей. Песни, танцы, стихи, проза, искрометное шоу барабанщиков. В день открытия на фестивальной сцене было все. Такого Оренбург еще не видел. Все было по-новому и одновременно традиционно. Фестиваль «Восток-Запад» изначально задумывался евразийским, межконтинентальным и международным. Его фишкой всегда было кино совместное, и оно здесь сплошь и рядом. Канадцы экранизируют Чехова, а русские с греками рассказывают историю грузино-осетинской дружбы. Согласно рейтингу, идея совместных постановок вывела «Восток-Запад» в пятерку авторитетнейших международных фестивалей данной тематики. И все эти картины видела наша область. За неделю кино растеклось по всему Оренбуржью. Фильмы смотрели в кинозалах и под открытым небом в разных районах области. Звезд российского кино запросто можно было встретить в глубинке. Они побывали в Новотроицке, Новосергеевке, Солилецке, Саракташе. Сергей Безруков, например, отстоял торжественную линейку 1 сентября не где-нибудь, а в Тюльганском районе. Народный артист России оценил уникальный санаторий «Солнечная страна», заметив, что было бы здорово построить такие в каждом регионе. Я был еще мальчишкой, я два раза был в пионерлагере. Они были хорошие, но, конечно же, не сравнить. По оборудованию здесь, конечно же, на таком высшем уровне. В процесс просмотра кинокартин была вовлечена и публика, которая обычно не бывает в фестивальных залах. Это осужденные. Кино пришло прямо к ним в колонию. Священник из Новосибирска Александр Новопашин снял социальную драму «Рядом с нами». Историю девушки-смертницы неспроста привезли сюда. Не секрет, что территория исправительных учреждений тоже объект для вербовки сектантов. Поскольку человек находится в замкнутом пространстве, выйти некуда, бывает, иногда не хватает материала, чтобы как-то мозг свой занять. И в нужный момент было бы им неплохо иметь, с точки зрения сектантов, подкинуть свою литературу. И осужденные не остались равнодушны к кино, которое вскрывает сущность терроризма. После этого фильма, по крайней мере, в этой жизни, наверное, не случится того, чтобы я куда-то попаду в эту секту. Были здесь и совершенно неожиданные события. Например, в день открытия сборная Оренбуржья сыграла со столичной командой «Комар». В составе только актеры российского кино. Денис Матросов, Сергей Комаров, Андрей Фролов, Александр Соколовский и многие другие. В нашей команде министр спорта региона, заместитель начальника ФСБ Оренбургской области, судьи, тренеры, директора спортивной школы Оренбурга. На площадке кипели нешуточные страсти. Итог игры 6-4 в пользу оренбуржцев. Не обошлось и без местной специфики. Принято считать, что Оренбуржье – регион, далекий от кино. В нашем крае никогда не было киностудий, но связь все-таки есть. Известнейший драматург Алексей Саморядов – наш земляк. Вместе со своим другом и соавтором Петром Луциком он написал сценарий к фильмам «Дети чугунных богов», «Лимита», «Дюба-дюба», «Гангофер», которые удостоены высших кинематографических наград России. В память о трагически погибшем оренбуржце на фестивале «Восток-Запад. Классика и авангард» вручается губернаторский приз за лучший сценарий. А в программе фестиваля был вечер его памяти. Не случайно в последние годы в Оренбурге начали снимать собственные кинофильмы. И «Восток-Запад» откликнулся на это. В его программу были включены мастер-классы, в том числе и с участием учеников Михалкова, молодых режиссеров из Академии кинематографии и театрального искусства. Церемония закрытия не обошлась без исторического момента. За полчаса в фойе Оренбургского областного драматического театра прошло гашение конверта. Его вместе со штампом выпустили специально к кинофестивалю. Потихонечку, не надо сильно. Просто плавно, да. Победителем международного конкурса стала картина «Я здесь», режиссер Ренар Свимба, Латвия. Лучшей картиной российской программы признаны «Огни большой деревни», режиссер Илья Учитель. Золотых сарматских львов за вклад в киноискусство вывезли Сергей Безруков, Сергей Шакуров, Лариса Удовиченко и немец Фаид Хайдушка. Специалисты единодушны, фильмы были как на подбор.
Подбор конкурсных картин, по словам нашего бессменного программного директора Сергея Лаврентьева, был самый, что ни на есть, пристальный, потому что нельзя было ударить в грязь лицом, необходимо было собрать действительно картины, которые еще, может быть, даже... Понятно, что фестивальное кино в принципе не видит широкий зритель, но надо было сделать так, чтобы и сами картины были премьерами. Но главный итог фестиваля – это 4500 зрителей, которые побывали в кинозалах. На фильмах не развлекательных, а смысловых, которые можно смело причислить к настоящему искусству. Люди с удовольствием смотрели отечественные картины, вопреки всем разговорам о том, что интерес к нашему кино в последние годы теряется. Характерный факт – во многих залах не хватало места даже для жюри. Они были буквально переполнены оренбуржцами. Елена Желнина, Вести Оренбуржья. События недели. Мы попрощались с самым евразийским кинофорумом России, но ненадолго. Через год мы встретим гостей юбилейного 10-го кинофестиваля. Не сомневаюсь, что он будет ярким и красочным, как и положено настоящему празднику кино.